У этих еретиков уже не осталось ни воды, ни питья, а из оружия одни только стрелы. Завтра на рассвете Монсегюр должен пасть. Завтра Монсегюр падет. Мы все погибнем. Но вас я обрекаю на жизнь. Вы разбредетесь по разным частям света, женитесь и оставите после себя потомков. И каждый из вас передаст им свою частицу нашей общей тайны. Владеющий этим талисманом станет главным хранителем тайны. Ему и потомкам его должны подчиняться вы и потомки ваши. Жермен де Монсегюр. Прими талисман. Предначертание свершится. Кламен де Кальве, ты и твои потомки станут хранителями священного ларца. Умри, но не выдай тайны. Вы укажете на карте, скрытой в ларце, место, где спрячете сокровище. Звезда покажет расположение частей света. Рубин – направление на юг. Аметист на запад. Пересечение лучей от этих камней укажет место, где вы спрячете сокровища. Лишь тот, кто соберет воедино наши реликвии, будет знать это место. Клянитесь, уже свидетельствуйте, но не выдавайте тайны. Жезлу служить ключом ларца. В этих мешках все наши сокровища. Они не должны достаться врагу. Теперь все зависит только от вас, Мирпуа. Крестоносцы не получат наших сокровищ и священных реликвий. Но у нас очень мало солдат. Я поведу их сам. Скорее. К бою! Рассейте мои сомнения, отец мой. Много мирных жителей скрываются за стенами Монсегюра. Скажите, как различить этих еретиков-альбегойцев от верных католиков? Убивая всех, сын мой, Всевышний узнает своих. Ну что ж, завтра все они канут в вечной тьме. Наставник. Наставник, твоя воля исполнена. Обоз с сокровищами и жрецы ушли. Монсегюр обречен. Может быть, пока еще не поздно. У нас осталась последняя возможность. Нет.
Предначертание свершится. От Гусева вратарь парирует. Какая реакция? Какая реакция у него? Фил Эспозито. Вот шайба Михайлова. Он один стремится к воротам. Петров. Шайбу! Ларк. Шайбу! Гол! О! Васильев. Кикулов. Кальябль! Кто там? Гражданочка Чарская. Да-да. Телеграмка вам. Расписаться надо. У меня света нет. А у меня фонарик. Ну, не тащиться же мне обратно. Ну ладно, сейчас. Ну и прекрасно. Вот здесь прошу поставить автограф. А где тут, на какой строчке? Да вот он. Да. Вот, вот и все. Винсент Савиньи, антиквар, хозяин небольшой, но солидной фирмы. В Советском Союзе вторично прибыл по договоренности с новоэкспортом для приобретения антикварной мебели, кустарных изделий, картин, предметов старины. Виза истекает завтра. На сегодня был назначен отлет. Переводчица Марина Александровна Овчинникова. Последний раз видела его вчера в полдень. Сегодня выяснилось, что он в гостинице не ночевал. Где сейчас Овчинникова? Ожидает в гостинице. Нехорошо заставлять женщину ждать. Не так ли, Люсин? Да-да, этим делом займетесь вы. Возьмете с собой эксперта-криминалиста Крелина. В оперативную группу включите. Казаряна. И Светловидова. Продолжайте, товарищ майор. Когда он не явился в назначенное время, Овчинникова забила тревогу. Савиньи, по ее словам, отличался педантичной пунктуальностью. Прошу понятых присутствовать при осмотре номера. Пройдемте. Господин консул. Прошу сюда. Да, здесь работки надолго. Пожалуйста. Благодарю. Скажите, это автосекретарь? Да, он привез его с собой. Вы не возражаете, если мы прослушаем? Конечно, bien. Спасибо. Monsieur Savigny, ici Marina. Это я звонила ему вчера. N'oubliez pas que vous partez à 5 heures. Je vous rappellerai à 4 heures. Отпечатков много. Вот это? Это представитель нового экспорта. Удивляется, почему Савиньи не позвонил ему, как договорились. Спасибо. Возьму на экспертизу. Владимир Константинович, по-моему, вес разный. Придется вскрыть. Господин консул, не возражаете? Вы, то есть, да-да, конечно. Thank you.
Да, криминаль. Ну, если икона старинная и ценная, вывозить ее из страны нельзя. Особенно таким способом. Антиквар и бизнесмен должен это знать, не так ли? Конечно. У нас аналогичные законы. Где он мог ее приобрести? Понятия не имею. Вероятно, это было без меня. Николай Иванович. А это чей голос? Какая-то Мадлен просит позвонить ей в номер. Ну, пошел. О, машина-то у тебя плюгавенькая. За час доберешься? Доберусь. Ну, лады. Так, есть такое дело. Шифр запомнил? Запомни. Запиши. Сказал, запомнил. Больше ничего, что ли, не передавал? Да нет, остальное сказал при встрече. Звонить не надо, сам даст знать. Если захочешь с ним встретиться, через меня сообщишь. Ну, пошел. Чао. Предначертание свершится, сим заклинаем Питер. Что, Савини знал русский? Нет. Товарные чеки, накупленные в магазинах вещи. Всего 43 штуки. Желтого камня с монограммой. Как ни странно, все документы на месте. Так, пиши. Билет. Паспорт на имя господина Савиньи. Пластикатовый переплет. Черная записная книжка. Все. Не желаете ли подписать? Сводка происшествий по городу за 26 июня. Нападение на пьяного. В 19 часов несовершеннолетние Нефедов и Полосков, оба 1955 года рождения, совершили нападение с целью ограбления на гражданина Чурилкина Виктора Петровича, находившегося в нетрезвом состоянии. Все трое доставлены в 39-е отделение милиции. Квартирная кража. Потерпевшая Вера Фабиановна Чарская. Все не то. Морская, 28, квартира 6. Похищен старый сундук. Так что же, Николай Иванович? Сейчас я вам покажу. Сюда и сюда. Сверху вниз упали крохотные капельки косметического клея. Было бы странно, если бы они упали снизу вверх. Очень остроумно. Главное, оригинально. А он не мог приклеивать усы. Ну, усы у него свои. Хотя, впрочем, погодите-ка, на паспорте он сфотографирован с усами, только со своими или... А что это, идея? Вышел из гостиницы, отклеил усы, вернулся назад... Опять на место поставил, а? Так что со спектральным анализом? Спектральный анализ показал присутствие кадмия и свинца. А что это значит? Будешь? Нет, нет, пейте. Масляная краска, реактивы. Богатый выбор. Что еще? Проба пыли за отворотами брюк показала, что пыль загородная. Городская пыль несколько иного состава. Понятно, значит, шлялся где-то. А обувь? А вот на ботинках обнаружили цемент. Николай Иванович, мы что? О, Господи! Здрасте! Пятый бокс. Хорошо. Цемент марки ВБЦ. Водонепроницаемый, быстро твердеющий цемент. За это спасибо. А что с записной книжкой?
Занимаемся. Ну, Виталий, чем порадуете? Только что проявил в разных ракурсах Павловский дворец. Замечательно. Первый вариант – без бороды и усов. Вариант второй – с бородой и усами. И третий вариант – только с усами. Поскольку выяснилось, что Савинье прибегал к гриму, мы сделали три варианта. Вы возьмите все три. Вдруг его кто-нибудь узнает. Что у тебя, Толь? Маршрут Ленинград-Бологое. Билеты на междугородний автобус. Купил в Ленинграде, это я проверил у диспетчера маршрута. Судя по стоимости билетов, он должен был выйти где-то между 35-м и 48-м километром. И там-то, возможно, и вляпаться в цемент марки ВБЦ. Да, возможно. Здесь кругом леса, тут болото. Значит, или на север, или на восток. Короче говоря, конечная точка его путешествия затерялась где-то в районе примерно 60 квадратных километров. Недурно. И все-таки по возможности этот район прочесать надо. Зачем-то ведь он туда ездил. Займись этим, Толя. Хорошо. Володя, извини. В записной книжке один лист вырван. Но мы восстановили его по оставленному следу на другой странице. Вот эта запись после химической обработки, снятая в специальном освещении. Морская, 28, квартира 6. Чарская, Вера Фабианна. По-русски, между прочим, а почерк Савиньи. И цифры Г-464, Я-227. Ограбление винного магазина. Чуть вперед. Давай. Известный преступник взломал назад дверь. Угу. Квартирная кража. Октябрьская, РОВД. Адрес Морская, 28, квартира 6. Потерпевшая Вера Фабиановна Чарская. Вам можно задать несколько вопросов? Да-да, пожалуйста. Как вы думаете, почему у вас украли именно этот сундук? Это не сундук, ларец. И за ним давно охотятся. Понятно. А кто охотится, можно узнать? Наследники тайны. В прошлом году ко мне и посланец приходил. Чей посланец? Хозяина ларца. Вы разве не хозяйка? Нет, я хранительница. Ну, а посланец, вы с ним были знакомы, встречались? Нет, но мне знак был. Простите, уважаемая Вера Фабиановна, да? А какое сейчас время года, а? Сейчас лето, что? А вы знаете, кто мы? Милиция. А вот это кто? Кот Саски. А что такое? Почему он принимает меня за сумасшедшую? Что это такое? Успокойтесь, я вас очень прошу. Миша. Забирайся. Спокойно. Давайте вернемся к ларцу. Да, пожалуйста. Кто его оставил вам на хранение? Да, отец. Он сказал, храни до прихода посланца, он знак даст. Какой? Амулет с гербом. На ларце такой же герб и вырез для амулета. Если совпадет, то посланник настоящий. Так, и что же посланец? Что он сказал вам? Я же сказал, отдай ларец, видите ли. Так, а вы? Не отдала, естественно. Ну, а почему? Жалко. Вполне даже убедительно, а? Знаете, мне он не понравился. Посланец? Нет, помощник ваш. Ну, Вера Фабиановна, простите его. Он, видите ли, давно не имел дела с чудесами. С детского сада, наверное, а? А вы мне очень понравились. Спасибо. Прошу вас, коньяк. О, нет, благодарю, на работе нельзя. Так, вернемся к посланцу. Как он отреагировал на ваш отказ? Как, он ушел и все. И больше вы его не видели? Нет. А вот тот, почтальон, он ничем его не напомнил вам? Нет, нисколько. А впрочем, пожалуй, голос вроде похож. И рост. Взгляните, да, пожалуйста. Как... Пожалуйста, нет ли здесь кого? Нет, это нет. Это... Ха! Вот он! Вот он! Посланец! А на каком языке вы с ним изъяснялись? На русском, естественно. Он вам случайно не сказал? Откуда он прибыл, кто его послал? Сказал. Очень даже сказал. Из бездны сказал. От князя тьмы. Князя тьмы я, пожалуй, бы тоже не отдал.
Таким увидели Павловский дворец музей «Советские войны» после освобождения в 1944 году. Полностью сожженные фрески, разграбленные и разрушенные залы, сотни метров сгоревшего бесценного паркета. Казалось, восстановить уникальный памятник культуры невозможно. Этот сюжет показывали по телевидению в день открытия новой экспозиции в Павловске. А вот отпечатки с пленок, найденных в номере Савиньи. Павловск. Опять Павловск. Снова Павловск. А вот эту фотографию Савиньи хранил в футляре. Вид сзади, вид спереди. Предначертание свершится, сим заклинаем пятерых, пусть Монсигюр в огне падет, звезда лютеции затмится, но с розой крест соединится. Стихотворение какое-то. Да вроде так. На первый взгляд туман, мистика, но что-то за этим определенно скрывается. Итак, запомни, крест и роза, затем латинский аметист. Внимание. Мальтийский жезл. Теперь навечно венцу российскому отдан. А вот обратите внимание. Эти кадры тоже снимал Савиньи. Любопытно, зачем же ему размеры понадобились? А? Товарища Березовского можно видеть? А зачем? Ну уж это дело мое. А вы кто? Капитан милиции Люсин. Владимир Константинович. Вот ты нам. В таком случае разрешите отрекомендоваться. Кандидат исторических наук Юрий Анатольевич Березовский. Приводов и судимости не имел. Очень остроумно. А главное, оригинально. Извините. Рабочий день кончился, как всегда, задержался. К сожалению, у меня очень мало времени. Через 10 минут последний автобус на Ленинград. Вы не волнуйтесь, у меня машина, я вас отвезу. Благодарю. Чем могу быть полезен? Очень хотелось бы знать, что вы скажете по этому поводу. Располагайте. Ну что там, Юрий Анатольевич? Юрий Анатольевич! Откуда это у тебя? Вы не забыли назвать меня Вовкой? Извините. Ведь нами был найден уже обгоревший манускрипт. Вы понимаете? У нас до сих пор была только половина текста. Только половина. Нет. Вот так запросто приходят к тебе милиционеры, приносят полный текст документа, который ты отчаялся отыскать. Ну, хватит. Вы уже целый час только об этом и говорите. Я ведь по делу. Я понимаю. Ты старик по делу. А это находка так. Приятный пустячок, побочный продукт, отвалы породы при разработке ценных руд. Вы понимаете, что вы принесли или нет? Именно это как раз я и хочу выяснить. А что вы сами думаете по этому поводу? Я думаю, шифровка. Образец милицейской логики. А... Впрочем, не лишено. Если наш разговор и дальше пойдет в том же тоне, я буду вынужден обратиться к другому специалисту. А, не отбирайте, дяденька, все скажу, ничего не утаю. У меня очень мало времени. Значит так, речь идет о том, как отыскать и, очевидно, использовать этот самый ларец. У ларца есть слуги. Жезл, аметист, красный алмаз, звезда Флоренции, крест и роза. То, что вы принесли, это потрясающе. В нашем обгорелом подлиннике не было этих слов про жезл.
Жезл победителя мальтийский хранит достоинство ключа. Значит, ключ в жезле. Ключ к чему? К ларцу, к шифру? Пока не знаю. Надо разобраться. Березовский. Кого? Как ни странно, вас. Да ничего странного. Люсин. Администратор из гостиницы прислал. Хорошо, сейчас еду. Ну вот, надо ехать. Так вы согласны помочь нам в этом деле как специалист? Безусловно. Замечательно. Ой, это же надо что-то подписать и что-то соблюдать и всякое такое. Ну, не обязательно пока. Что не обязательно, соблюдать или подписывать? Подписывать. А соблюдать никогда не вредно. А почему именно я? Академик Воржепетян рекомендовал, сказал, вы лучший специалист по историческим загадкам. И правильно сказал. Ну, вот я готов. Значит так, первое. Этот буклет горничная нашла, убирая номер после отъезда некой мадам Лакар. Она уехала со своей туристской группой на 3 дня в Кижи. Кижи? Ну, Кижи. А буклет была вложена в вот эта вот визитная карточка. Винсент Савиньи, антиквар. Из Кижи они вернутся сюда? Угу, послезавтра. Ну-ну. Дальше? Ну, что дальше? Соскобы, сделанные в квартире Черский, показали. Вот. Обувь грабителя носилась для того же самого цемента, что и ботинки с Савиньим. Недаром я из-за этого цемента полобласти исколесил. Дальше? Дальше? Дальше я проверил товарные чеки его покупок и нашел вот этот. Посмотри. Ленкомиссион Торг, номер магазина и так далее. Но это не главное. Ларь. Резной, 19 века, цена 260 рублей. А? Подпись продавца неразборчива. Ларец, думаешь? Завтра навещу эту комиссионку. Нет, я сам пойду. Мужики, продавец из мебельного среди вас? Или в Москве. Виноват, продавец из мебельного. Где? Он же потом мне рассказал. Нет, да? Виктор Михайлович. Угу. Можно вас? Подождите, потом перезвоню. Слушаю вас. Может, мы в зал пройдем? Я на пальцах-то не очень силен, а? Ну, присмотрел что? Петя решил чедачки свои презент сделать. Что-нибудь такое художественное подороже. Сколько? Ну, ведь это... А? Пожалуйста. Все, что есть в зале, молодочек. Не понимаю я в художественном-то. Может, покажете, а? Тебе чего здесь? Музей, что ли, а? Ну, хорошо. Тогда я вам кое-что покажу. А, ну, извините. За что? За хамство. Прошу. Слушайте, ну, как же так все-таки? Ведь прекрасно знаете, что хамите. И все равно. Удовольствие, что ли, получаете? Да работа такая. Вредная у вас работа. Молоко надо выдавать по талонам. За вредность. Ну так что? Выйдем, поговорим, чтобы не мешать работе ваших коллег. Да я с удовольствием. Только вот халатик сниму. Пожалуйста, пожалуйста. Михайлов Виктор Михайлович. Да. Ну, а я вам уже представился. Прошу. Виктор Михайлович, вот этот чек вы выписали? Да. А кому? Так вы уж знаете, наверное.
Мне повторить мой вопрос? А я его не знаю. Сказал, что из музея, купил срок вещи. Надо ее чеком через бухгалтерию провести. А зачем? А я почем знаю? Так, значит, вы выписали чек на вещь, которую в глаза никогда не видели. Да. Так. И штамп вы сами поставили? Сам. А в чем, собственно, дело? Это их проблемы. Мы копии чеков имеем право. Он вам заплатил? Сколько? Четвертак. Этот? Нет. Здравствуйте. Вы председатель кооператива? Господи, господи, да сегодня же выходной. Выходной. Я понимаю, и вы думаете, раз уж председатель, так можно в любое время надоедать? Я из исполкома, из облснаба. А, слушаю вас. Я из облснаба. Вы председатель кооператива? Да нет, председатель болен у нас. Ах, вот но что. Если хотите, я могу помочь. Вроде за него сейчас. А вы кто? Вообще-то я техник-смотритель. Ну, у меня вопрос, собственно, несложный. Нужно уточнить кое-какие данные по использованию стройматериалов. Пожалуйста. Вы получали цемент марки ВБЦ? Да. А как вы его использовали? Ну как? Ну не налево же. Je vous présente l'inspecteur Lucine. Madame Lecoeur, voulez-vous l'aider dans l'affaire qu'il veut élucider? Si je peux vous être utile, avec plaisir. Madame, готова вам помочь. Тогда, если не возражаете, я задам вам несколько вопросов. Puis-je vous poser quelques questions? Вам знакома фамилия Савиньи? Савиньи. Ce nom vous dit quelque chose? Савиньи? Савиньи? Je ne me rappelle pas. Мадам не помнит этого имени. Нет, она не знает его. Курите, пожалуйста. Благодарю, вы курите Данхилла, я привык к крепким. Merci, vous fumez les Danhills. Elles ne sont pas assez fortes pour moi. Не будете ли вы любезны взглянуть вот на эту фотографию? Regardez, s'il vous plaît, cette photo. Non. Je ne connais pas cet homme. Мадам впервые видит этого человека. Ну что ж, в таком случае не смею вас больше беспокоить. До свидания. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Au revoir. Et il est accusé de quelque chose, cet homme? Мадам хочет знать. Вы его ищете? Vous recherchez? С ним что-нибудь произошло? Именно это мы и пытаемся выяснить, мадам. Ну и жарище. Теплый лимонад. Слушай, давай на ты, а? А то я не люблю, когда так официально. Ну что ж, давай. Давай. И как это можно в такую жару? Вот он, мальтийский жезл. Подарил его Павлу Первому вместе с островом Мальты, отнятый англичанам Наполеон Бонапарт. Наполеону очень нужно было поссорить Россию с Англией, поэтому он сделал этот двойной подарок. И предложил Павлу стать гроссмейстером Мальтийского ордена. Это я все знаю. Кстати, вот видишь в орнаменте Мальтийский крест? Так вот, именно тогда вместе с жезлом вся эта средневековая мистика свободно могла перекочевать в нашу Россию-матушку. Улавливаешь? Погоди-ка, честно говоря, не совсем. Ну, давай по порядку. Сейчас я тебя буду удивлять. Я тут кое-что раскопал. Твоя фотокопия. Фотограф двора их императорских величеств. Наряду с этим принимаем заказы на изготовление художественных портретов. Думаю, что-то знакомое. Потом вспомнил. Фирма обслуживала великосветский журнал «Столица и усадьба». Журнал «Красивая жизнь». Я в архивы. Подшивочку. Ну и вот. «Столица и усадьба». Действительный статский советник господин Ю.Н. Свиньин, рядом со своим бесценным раритетом под названием «Ларец Марии Медичи». Ну ты даешь. А при чем тут Мария Медичи? Вещи тоже имеют свои имена, раритеты, естественно. Допустим, знаменитые алмазы Шах, Орлов, Вильгельм Гонзага. Ларец прошел через сотни рук, и Мария Медичи могла быть в числе его владельца. Вот как он попал к Свиньину, это действительно загадка. Ты что?
посланец. Савиньи. Свиньин. А разве здесь не все останавливаются? Нет, только черные. А красные? Это на 43-м километре, следующая остановка. На складе разгрузишься. Пошел. Я знаю. Одну минуту, подождите, пожалуйста. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы председатель кооператива? Да. Я из облснаба. Что-нибудь случилось? Нет, не волнуйтесь, пожалуйста. Слушаю. Вы получали цемент марки ВБЦ. Какой-какой? Водонепроницаемый, быстро твердеющий. Было. Сидите. На наш запрос пришел ответ из консульства. Винсент Савиньи, он же Всеволод Юрьевич Свиньин, сын русских эмигрантов, ну и там много чего есть. Приобщите к делу. Разрешите продолжать, товарищ полковник? Продолжайте, пожалуйста. Угу. Отпечаток пальцев Михайлова, сделанный на зажигалке Люсина, полностью идентичен с отпечатками пальцев на рюмке номер один, изъятый из номера Савиньи. Как видите, папиллярные линии совпадают. Отпечатки пальцев на иконе принадлежат Савиньи и тому же Михайлову. Отпечатки пальцев на зеркале в номере «Лакар» и на буклете «Павловск» полностью идентичны отпечаткам пальцев на третьей рюмке из номера «Савиньи». Все. Спасибо, Николай Иванович. Не за что. Могу добавить, что пивший из рюмки номер 3 пользуется губной помадой фирмы «Ланком». А нельзя ли просто сказать, Николай Иванович, что из этой рюмки пила женщина? Делать выводы входит в обязанности Владимира Константиновича. Могу еще добавить, что женщина эта курит сигареты Данхил. На окурке следы той же губной помады. У меня все. Акт я вам оставляю. Разрешите идти, товарищ полковник? Пожалуйста, Николай Иванович. Угу. Хороший малый, но педант. Значит, и Михайлов, и Лакар сказали неправду. Теперь ясно. Икону Савиньи купил у Михайлова. Уважаемые товарищи, через несколько минут наш теплоход отправится в увлекательное путешествие по каналам и рекам Ленинграда. Приглашаем вас принять участие в экскурсии. Ну и жарища, а? Ажурные мосты, памятники архитектуры. Шашлычный, что ли? Ну, да. Нет, в поплавок. Вся прогулка продлится ровно час. Она оставит неизгладимые впечатления. Теплоход отправляется в рейс через несколько минут. Билеты можно приобрести. Чего, чувак, тебе пристал? Выгодная дельца одна светит мне. Обедать идете? Нет. Ну ладно, крутись. Курсия по каналам и рекам Ленинграда оставит неизгладимые впечатления у ее участников. Здравствуйте. Здравствуйте. Пообщаться не хотите? У меня обед. Ну, в рабочее время я не стал бы вас беспокоить. Кстати, не желаете на трамвайчике вот прокатиться? Проветримся. Совместим полезное с приятным. Под приятным вы что имеете в виду? Сколько раз, Виктор Михайлович, вы встречались с тем сотрудником музея? Один. Мне показалось, я вправе рассчитывать на откровенный разговор. Справа от вас высится величественный купол Исаакиевского собора. Собор построен архитектором Монсерраном в 1855 году. Невольно приходит на память великий... Thank you.
Я бы хотел, Виктор Михайлович, чтобы вы мне сами все рассказали. Понимаете? Сами. Я же вам про этот чек уже все рассказал. Ну, про чек может быть все. А вот про это? Не в бровь, а в глаз, товарищ начальник. Сколько ж вы содрали с бедного иностранца? А я не знал, что он иностранец. Боюсь, что разговор у нас не получится. Подождите. Подождите же. Я действительно не знал, что он иностранец. Сначала. Он по-русски говорил, как мы с вами. Ну и когда же узнали? Когда икону продал. Где вы с ним познакомились? В магазине. Он финист покупал. Икону сами предложили? Да. За сколько? За 500. Ой, Ли! Продали якобы старинную икону за 500 рублей. Ну, за 1000. Ну вот что, Виктор Михайлович. Я ведь из вас правду клещами вытягивать не буду. За 1000, правда. И когда же вы узнали, что он иностранец? Когда чек в гостиницу принес. И тем не менее отдали чек. А что было делать? Он сказал, что это пустяк, купил с рук безделушку. А таможня без чека может не пропустить. И потом, икону-то ему я тогда уже продал. И что теперь со мной будет? Вам сколько лет? 32. А ведь мы ровесники. Не понял. В вашем возрасте, по-моему, уже можно научиться соразмерять свои поступки с принципами, ну, хотя бы элементарной морали. Чтобы потом не спрашивать, как нашкодивший школьник, что мне теперь будет. Завтра вы придете в управление, все, что рассказали сегодня мне, официально повторите. Хорошо. Ой, забыл совсем. Наша прогулка окончена. Желаем вам приятного отдыха. Надеемся, что прогулка была для вас приятной и полезной. Ждем вас снова. Опаздываем, товарищ начальник. Извини, Юра. Только зачем ты меня сюда притащил? Сейчас объясню, старик. Прежде всего, спасибо, что познакомил меня с очаровательной женщиной Верой Фабиановной. Чарской. Чарской. Ее отец был управляющим имением у господина тайного советника Свиньина. Бежавшего в 18 году из-под ареста за границу. Она урожденная де Кальве.
Совершенно верно. Да я вам давно об этом рассказывала, Юрочка. Можно я покажу Владимиру Константиновичу коллекцию вашего батюшки? Ну, ну конечно, конечно. Одну минуточку. Да, а вы нашли ларец? Ищем, Вера Фабиановна. Ищите, ищите. Ну, пожалуйста. Смотрите. Теперь ты понял, как к ней попал ларец? А я вам пока кофе сварю. Я умею варить дивный кофе по-турецки. Будем пить с водой. Не думай о секундах свысоко. Фабиан Аполлонович, видимо, всерьез занимался Лебегойской тайной. Рождества Христова 1721, видам монсигюра графа Жан Франсуа Мари де Ту, тайных слуг ларца под эгидой данного епископ знака собрал. Ну. Вот он, граф Жан Франсуа Мари де Ту, видам монсигюра. Монограмма та же, что на шкатулке Лакар. Значит, и Савиньи, и Лакар охотятся за одним и тем же. Уж не за мной ли? Я, знаете ли, умею хранить тайны и готова унести их в могилу. Но я вовсе не хочу, чтобы тайна унесла в могилу меня. Я хотел бы предупредить госпожу Лакар, что этот наш разговор официальный будет записываться на магнитофон. Мадам Лакар, cette conversation est officielle. Elle sera enregistrée sur bande magnétique. Да, пожалуйста. В прошлый раз вы заявили, что не знаете этого человека, так? La dernière fois, vous avez déclaré que vous ne connaissez pas cet homme. Скажите. Dites-moi, s'il vous plaît. Этот буклет ваш? Ce livre est à vous? Fort possible. Вполне вероятно. Возможно, я покупала такую книгу. Ну что ж, возможно, так возможно. Donc, c'est possible. Monsieur Vincent, bonjour, c'est Madeleine. Ваш голос? C'est votre voix. Mais sans résultat. Si cela ne vous ennuie pas. Телефонуй мне в номер. Вы звонили в номер господина Савиньи. И при этом называли его по имени. Il serait absurde de le nier maintenant. Oui. Бессмысленно отрицать очевидное. Да, этот человек мне знаком. Зачем вы скрыли это? Pourquoi vous nous l'avez dérobé? Convenez que les hommes et les femmes ont le droit d'avoir des petits secrets. Мужчины и женщины могут быть причиной скрывать что-то от других. Да, не исключено. Однако должен вас предупредить, мадам. Господин Савиньи пропал. И пропал он при невыясненных обстоятельствах. Вам это известно? Les circonstances de sa disparition ne sont pas connues. Vous ne les connaissez pas? Хорошо. Вы бывали в номере у господина Савиньи? Avez-vous été à la chambre d'hôtel de Savigny? Puis-je ne pas répondre à cette question? Надеюсь, на этот вопрос я могу не отвечать? Да, как вам будет угодно. Comme vous le voulez. В номере найдены рюмки. На одной из них были оставлены отпечатки пальцев. Вот эти. А вот эти отпечатки пальцев были обнаружены на буклете Павловской, на визитной карточке господина Савиньи, которую он был заложен. Согласно заключению экспертизы, оба эти отпечатка принадлежат вам. Вы ставите себя в очень трудное положение, мадам. Ça suffit. Достаточно. C'est moi qui l'ai tué. Это я его убила. Je l'ai reconnu tout de suite, bien que des années soient passées. Я его сразу узнала, несмотря на то, что прошло много лет. Хотя, конечно, я никак не ожидала, что встречу его здесь, в России. Il m'a oublié depuis longtemps. Он, конечно, давно забыл о моем существовании. Je n'oublierai jamais. А я помнила о нем всю жизнь. Il a beaucoup changé. Ses cheveux ont blanchi. Он очень изменился за это время. Посидел, отпустил усы. Et pourtant, je l'aurais reconnu parmi des milliers.
Но все равно я узнала бы его среди тысяч других. Je me suis approchée de lui pour lui dire ma joie. Улучив момент, я подошла к нему, сказала, что приятно услышать родную речь, что рада неожиданной встрече с соотечественником. Il n'a pas pu me reconnaître, bien sûr. Узнать меня он, конечно, не мог. Прошло очень много лет с тех пор, как он начал преследовать нашу семью. Мой отец, Филипп де Монсегюр, был потомком древнего, но обедневшего рода. Я была тогда совсем маленькой девочкой. Савини venait souvent nous voir et causait longuement avec mes parents. Il parlait des énigmes de l'histoire. Савини часто приезжал к нам, подолгу беседовал с родителями. Они говорили о загадках истории, о древней альбигойской тайне, о реликвиях альбигойцев, перешедших по наследству в семью де Монсегюр. Савини упорно домогался, чтобы отец разрешил ему доступ к этим реликвиям. Je ne sais pas pourquoi, mais Savigny lui était antipathique. Отец отказывал. Почему-то ему не нравился Савини. Puis la guerre a commencé. Потом началась война. C'était quelque chose d'horrible. Это было ужасно. Наша семья оказалась в оккупированной фашистами зоне. Quelle surprise de vous rencontrer. Какой сюрприз встретить вас. Vous êtes ici. Вы здесь? Oui, Philippe. А где Филипп? Vous ne savez pas pourquoi вы знаете, почему нас арестовали? Je sais. Знаю. On a trouvé une cachette pleine. В вашем доме обнаружен тайник с оружием. Ce n'est pas possible. Не может быть. Tout est possible. Все может быть в этом мире. Un instant, s'il vous plaît, постойте, постойте, я ничего не понимаю. Филипп, тайник. Mais il n'avait Но у моего мужа не было никакого оружия. Bien sûr, vous pouvez le nier. Конечно, вы можете отрицать это. Mais on s'est habitué à cela. Но к этому здесь привыкли. Ce n'est pas un hasard que vous êtes là. Вы здесь не случайно? Vous pouvez donc nous aider. Вы можете нам помочь? Ce n'est pas un hasard, bien sûr. Конечно, не случайно. Et je suis prêt à vous aider. И разумеется, готов помочь. Regardez là-bas. Смотрите туда. Tournez pas la tête. Не оборачивайтесь. Où sont les reliques de la maison de Monsieur? Где реликвии дома Монсегюров? Ce n'est pas mon secret à moi. Это не моя тайна. Très bien. Ну что ж. Alors on invite votre mari. Тогда пригласим вашего мужа. Филипп! Филипп! Bougez pas. Стоять. Si vous ne voulez pas les suivre, если не хотите оказаться там, назовите банк, в котором хранятся реликвии. Où est le reste? Dans quelle banque? Где остальное? В каком банке? La banque le code. Vous n'avez pas d'autre choix. Банк и шифры. У вас нет другого выбора. Bon, rien à faire. C'était ma dernière possibilité. Ну что ж, вы лишаете меня последней возможности. Филипп, скажи ему все, слышишь? Умоляю тебя, они убьют нашу дочь. Торопитесь, Филипп. Филипп. Прекратите это. Я скажу вам шифры. Я скажу вам все. Прекратите. Après. Ils ont fusillé mon père. Moi, je me suis évadée. Моего отца потом все же расстреляли. Мне удалось сбежать, когда нас везли в концлагерь. Но это уже другая история. Может быть, вы хотите отдохнуть? Voulez-vous vous reposer un peu? Non, merci. Je préfère en finir tout de suite.
Не надо, я хотела бы поскорее закончить этот разговор. Après la guerre, Savigny a été trouvé. Мне стало известно, что после войны Савиньи искали, нашли и приговорили к 10 годам тюрьмы. Потом я вышла замуж и стала мадам Локар. И вдруг эта внезапная встреча в Павловске. Он даже пытался флиртовать со мной. Je vous en prie. Merci. Прошу вас. Спасибо. Comment trouvez-vous Павловск? Как вам Павловск? Поистине великолепно. И подумать только, что он был дотла разрушен во время войны. Впрочем, не будем говорить о войне. Это слишком грустно. Merci. Это вам. Спасибо. Un cognac? Oui, volontiers. Коньяк? Пожалуй. Какой любопытный камень. Всего лишь тигровый глаз, но необычайно редкой окраски. О, извините. Скажите, а что за яд был в перстне? Яд Медичи. Его обычно подсыпали на веселом перу, наступало утро и... Понятно. Так был отравлен кардинал Бартеллини и кто-то из французских королей. И этого... Вы решили присоединить к столь знатной компании? До сих пор никак не привыкну. Когда-нибудь вы совсем его потеряете. Терпеть не могу выезжать на место происшествий. В лаборатории все это представляется как-то... Ладно. Ему что ли? За 30 лет, парни. Сам не понимаю. Запутался он.
Все лгал, лгал чего-то. Новую ложь наворачивал. Ради чего? А я морали читал. У него в машине нашли. Цифры, между прочим, те же, что и в записной книжке у Савини. Савини вызвал его этой запиской. Надпись на конверте сделана его рукой. А цифры на пачке из-под сигарет? У Казаряна есть соображение, товарищ полковник. Разрешите? Давай, давай. Судя по всему, одинаковые цифры в записной книжке Савини и у Михайлова означают номер ячейки и шифр автоматической камеры хранения. Наверное, тайник. Садись. Так. Значит, срочно проверьте места, где есть эти камеры. Найдете? Полагаю, найдем, товарищ полковник. Извините, что касается яда, обнаруженного в рюмке, спасибо, то он относится к группе акватофана. Сильный яд, замедленного действия, известный еще в средние века. Добрый день. Bonjour, madame. Vous êtes venu me chercher? Вы пришли за мадам Локар? Нет, я пришел к вам. Переведись, пожалуйста, точно. Я перевела. Я хотел бы поговорить с вами. Je voudrais parler avec vous. C'est qu'il y a du monde. Passons plutôt au bar. Здесь людно, пойдемте в бар. Как вам угодно. Спасибо. Je vous en prie. Il n'y a pas de poison. Прошу вас, яда здесь нет. Pardonnez-moi cette plaisanterie stupide. Глупая шутка, простите меня. Vraiment parce que я не знаю, что говорю. Pourquoi ne m'arrêtez-vous pas? Я же созналась во всем. Почему вы не арестуете меня? В чем? А вы и кто? Mais j'ai tué Savigny. В убийстве Савини. Это как раз тот самый случай, когда признание не является доказательством вины. C'est justement le cas lorsque l'aveu ne prouve pas la culpabilité. Mais après ce cognac. Но ведь его не стало после того, как он выпил яд. После этого не означает вследствие этого. Знаете, на этой логической ошибке был основан и случается до сих пор много недоразумений. Вы не убили его. Не знаю, обрадует вас это или огорчит, только яд в перстне от времени разложился. Вы не смогли бы им отравить даже муху. Так это было напрасно? Откровенно говоря, напрасно. Oui. Мне кажется, я могу понять ваши чувства. Je peux comprendre vos sentiments, но действия ваши я, увы, одобрить не могу. Je désapprouve vos actes. Je suis contente que tout se soit achevé ainsi. C'est bête. C'est même un peu ridicule. Я даже рада, что все кончилось так. Нелепо, чуть ли не смешно. Il est donc vivant? Он жив? Où est-il? Где он? Ищем. Nous le cherchons. Я хотела бы вам помочь. Чем я могу быть вам полезна? Пока не знаю, но попробуйте по возможности задержаться здесь. Дня на два, на три. Хорошо. Merci, je dois vous quitter. Я пойду. J'ai besoin d'être seule. Мне надо побыть одной. Je suis bouleversée. Слишком много потрясений. Téléphonez-moi. Вы знаете, вся эта история поначалу, несмотря на ее трагичность, какую-то загадочность, напоминала мне скорее театр, а не реальную жизнь. Перс, не знаете, царские жезлы. Мне тоже. Но мы с вами ошиблись. Понимаю. Сейчас в вашем присутствии мы произведем осмотр ячейки номер 227. Понятно? Начнем. Г4.
6, 4. В автоматических камерах вещи хранятся не более 5 суток. Срок хранения ларца истекает завтра. Сколько же может стоить этот ларец на сегодняшний день? Историческая реликвия. Следовательно, завтра Савиньи либо заберет ларец из ячейки, либо перезаложит на новый срок. Ладно. Дачного кооператива 43-го километра. Цемент. Техник-смотритель 43-го километра. Внимание всем! Внимание всем! Светловидов ведет объект. Приготовьтесь к преследованию. Объект взят под наблюдение. Вперед, пошел. Машина движется в сторону Выборгского шоссе. Я третий. Преступник обнаружил преследование. Прибавляет скорость. Пробует оторваться. Пробует оторваться. Прием. Продолжайте преследование. Я второй. Следую за группой преследования. Понял вас. Подрежем.
Преступник спровоцировал аварию. 25-й километр. Третий попал в аварию. Срочно вышлите скорую техпомощь. Продолжаю преследование. Продолжаю преследование. Вроде да. Не беспокойся, там все нормально. Тихо, 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 вот так. Потише. Ладно, ладно. Иду, иду. Итак, гражданин Ванашный, где и как вы познакомились с Савиньи? Во время войны. Я же в армию призван не был. Здоровье подвело. Ну, а Савиньи? Он в самом конце появился, когда немцы из-под Ленинграда драпать начали. По вывозу художественных ценностей старался, что наши не успели эвакуировать или спрятать. Я в то время в Павловске жил, рабочим взяли. Что делать-то было? Так зачем он сейчас-то к вам пожаловал? Не поверите. Сундук ему нужно было украсть у старухи. Я и сам не поверил сначала. Самус. Ох и Самус. А все-таки, извините, в таких делах не специалист. Ничего, получится. Я вас снабжу всем необходимым. Старуха живет одна, так что все это вполне безопасно. Вот аэрозоль. А почему бы вам самому не попробовать? Аккуратнее. Вы заметно изменились, Ванашный. Да? И у вас тоже хозяйских интонаций поубавилось. Тебе это не нравится? Ну, почему же? А то ведь можно поговорить и по-другому. Вот тогда я и решил его убить. Подонка этого гада фашистского. Моя фамилия Нефедов. Дальше ваше дело буду вести я. Угу. Скажите, это вы писали? Ну, я. Накладная на цемент. Я заполнял. А это здесь при чем? В таком деле, как ваша, любая мелочь имеет значение, гражданин Ванашный. Над вашим почерком эксперты немало потрудились. Это зачем же? А затем, что при сравнении вашего почерка и почерка человека, писавшего вот это, выяснилось, что техник-смотритель Ванашный и фашистский осведомитель Стопчук одно и то же лицо. Ну что ж, пишите. Здрасте. Момент. Hier, bitte. Und passen Sie auf, da sind wertvolle Sachen drin. Nehmt, Leute. Vorsichtig. Gut. Also, Wiedersehen. Ну что ж, господин Стопчук. Ванашный. А, да, простите. Да, ничего. Ванашный. Ничего особенного от вас не потребуется. Условия одной из Ленинградской области не выезжать. Поселитесь где-нибудь подальше от Павловска, но в пределах пригорода. И все? Все. А с вами нельзя мне? Что-то боюсь я и все. Бояться нечего. Все компрометирующие вас документы эвакуированы. Понятно. Но все-таки... Вы нам нужны здесь. Там вам с нами делать нечего. Ну, разрешите с вами, прошу. Ну, об этом мы с вами и говорить не будем. И не вздумайте фокусничать. Ваше досье может вернуться в Россию. Значит, вы согласились украсть сундук? Пришлось. Столько лет меня никто не беспокоил, я уж и забывать стал об этом.
обо всем. И вдруг, пожалуйста, деньгами соблазнил. Да и сундук подумал, дорогого стоит, раз таких денег не жалко. Ну как, не обманул? Деньги счет любят. Завтра к вам приедет молодой человек. Михайлов Виктор, отдадите ему этот конверт и ларец. Ларец пусть отвезет в аэропорт. В камеру хранения. Шифр у вас есть. Ладно. Говорит Москва. Доброе утро, товарищи. Сегодня 26 июня, среда. Начинаем урок гимнастики. Урок проводит преподаватель Гордей. Музыкальное сопровождение пианист Новиков. Чем же вы убили Михайлова? И это знаете? А что же мне оставалось делать, когда он второй раз ко мне приехал? Когда он записку оставил? Я же сразу понял, что вы у него на хвосте сидите, а через него и на меня выйти недолго. Выследил я его. Тут и конверт, надписанный Савиньи, пригодился. Куда спрятали труп Савиньи? В бочку с цементом закатал и в озеро. Monsieur s'excuse pour son retard. Еще раз извините. Жезл победителя мальтийский хранит достоинство ключа. На карте, скрытой в ларце, место, где спрячете сокровище. Звезда покажет расположение частей света. Рубин, направление на юг. Аметист, на запад. Жезлу служить ключом ларца. Пересечение лучей от этих камней укажет место, где вы спрячете сокровище. Лишь тот, кто соберет воедино наши реликвии, будет знать это место.
Скажите, значит, теперь вы знаете, где спрятано сокровище? Увы. У нас есть только бесценный ларец и жезл. Остальные реликвии дома Монсигюр украл Савини. Но и он не мог определить место, не заполучив жезла и ларца. Потому-то он и охотился за ними.